Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. И специальное предложение только сегодняшнего дня. Пылесос Старвин по суперцене. Вы знаете, единственное появление 2 месяца назад, когда наш пылесос полностью закончился за один эфир. Поэтому сегодня единственный раз, когда вы можете выбрать для себя специальное предложение дня, внимание, со скидкой в 1400 рублей. Ты знаешь, Леш, вот честно, меня уже начинает вот просто... Я устаю от этих тряпок, от уборки постоянной. Мне нужно убрать весь дом от потолка всего этого. И главное, это сделать быстро. Вот, Леночка, на помощь вам, таким честолюбивым домохозяйкам, приходит вертикальный пылесос. Но сейчас я даже держу не просто вертикальный пылесос, а пылесос два в одном. Так. То есть это ручной пылесос, вот в такой вот он комплектации с замечательной щелевой насадкой, которая находится непосредственно на корпусе. Но если тебе надо пропылесосить полы полноценно, то ты берешь основную насадочку, надеваешь, ты берешь удлинительную рукоятку, ставишь сюда, и у тебя вот этот ручной пылесос превращается в полноценный пылесос, который может, соответственно, собрать любые загрязнения. Давай я покажу, как это делается. Так. Включаем и очень легко проходим. Посмотрите, да, как лихо собирает двигатель этого пылесоса данный мусор. Я бы назвал этот пылесос один из самых компактных пылесосов, Лен, это действительно. Но при этом он мощный и при этом он многофункциональный. То есть что мы получаем с помощью этого пылесоса? То, что он не занимает много места. Отлично. То, что его не нужно собирать и готовить к уборке, шланги подкручивать, доставать его откуда-то из ниши. Вы просто его берете, включаете в розетку, и он сразу готов наводить чистоту. Итак, дорогие мои, уборка от пола до потолка. И сегодня мы рассказываем, как убрать весь свой дом. Супер цена одного дня 1999 рублей. Это бренд Старвинд. Это сердце телеканала Шопеншоу, нашей рубрики «Бытовая техника». Трансформер специально для вас. Генеральная уборка. Очень компактный, очень легкий, красивый. Вы можете перевозить его на дачу для дома. И главное, не переплачивать за огромное количество пылесосов. Любые поверхности и загрязнения. Сегодня с ними справится бренд Старвинд и пылесос за 1999 рублей только один день. Ну что ж, еще раз посмотрите на этот очень уютный, очень компактный пылесос, но при этом многофункциональный и мощный. Убираем как полы, то есть напольные покрытия, также убираем и мебель, также мы можем пропылесосить что-то на высоте, допустим, куда не достает обычный пылесос, прикрутив, вставив удлинительную ручку. Ну и для автомобиля, и для гаража, и для мастерской, и для дачи берем с собой и пылесосим там, где вам нужно наводить порядок. Убираемся с этим пылесосом каждый день, а, соответственно, в квартире что? Становится намного чище. Да, и настроение сразу улучшается. Но знаешь, у меня был пылесос, и единственная там какая проблема была, там был постоянно фильтр, который забивался, был неприятный запах от этого пыли, от этого ужасное ощущение. Вот смотри, во-первых, этот пылесос без мешка для сбора пыли, то есть мы не покупаем никакие пакеты, мы сюда их не вставляем. Здесь контейнер, в который собираются все загрязнения и который очень легко потом освободить. Класс. Дальше, здесь находится фильтр многоразового использования, то есть вы его можете помыть спустя месяц, ну, в зависимости от интенсивности уборки, один раз в месяц, там, два раза в 2 месяца, соответственно, вы можете помыть и пользоваться им далее. То есть уход минимальный за этим пылесосом, а эффект максимальный. Слушай, максимальный эфир. Вот смотри, ты сказал, что он многофункциональный. У меня у мамы есть кошка Дуся, которая очень часто линяет. И она говорит: дочь, я устала постоянно вот диваны, кресла очищать. Причем, знаешь как, очищается, а потом она опять полежала. И маленькие опять дети и домашние животные. И вот такая история у нас на диване. Здесь печенье с какими-то... И с этим справиться. Да, а здесь у нас, посмотрите, шерсть от домашних животных. Включаем, достаем щелевую насадку, которая закрепляется на корпусе. Вот чем мне нравится эта модель, то, что здесь не перегружена насадками всевозможными комплектация. Вот она, насадочка, посмотрите, убрали, поставили, убрали, поставили. И, соответственно, класс, вот эта щель, где у нас скопилось огромное количество печи, ага, не можем, да? Ну, хорошо. Видно, так, видно, вот видно. Я сюда видно. Проникаю,
и собираю все загрязнения. Идеальное решение. Посмотрите, то есть с этим тоже справился наш любимый бренд Starwind и пылесос. Ручной, напольный, самый многофункциональный и универсальный. Трансформы для генеральной уборки. И главное, посмотрите, знаете, по настроению. Вот если вы любите более брутальные цвета, такие как черные бриллианты, выбирайте черный цвет. Красный – это, девочки, моя любовь. И я уверена, когда появится он в моей жизни, у меня станет чище, у меня станет дома совершенно по-другому, потому что он справляется с любой уборкой от пола до потолка. Вы знаете, я смотрела интернет. Одна клининговая компания, ну, в принципе, как и все, представляет уборку однокомнатной квартиры 2-2,5 тысячи рублей. У вас сегодня есть пылесос, который справляется с любыми видами загрязнения, с любой уборкой. Вы делаете это легко. И компактность, которая позволяет вам, в общем-то, выбирать такой пылесос и дома, и потом на даче. Поэтому выбирайте. Выбирайте прямо для себя. Слушайте, а вы знаете, вот сейчас весной, да, мыла окна и думаю, боже мой, гардины наверху, особенно где решетки, пыли огромное количество. У вас такое бывало? Вот, Леш, да. С этим справится, ну, наш пылесос? Конечно, ну обычный пылесос не справится, потому что мы просто не дотянемся туда. Так, но наша удлинительная ручка как раз решает эти проблемы. Мы ее вставляем. И тогда до гордин мы можем, да, достать. Либо вот такая решетка, вытяжка, которая также, да, скапливает всевозможные загрязнения. И с помощью этого пылесоса мы удаляем эти загрязнения и наводим порядок. Одной рукой. Достану на высоту где-то 2-2,5 метра. Да, то есть это идеально, даже если у вас невысокий рост, не нужно, да, просить своего супруга что-то сделать. Слушай, ну а с какими еще прямо такими сильными загрязнениями справляется наш сегодняшний Starwind? Вот для того, чтобы не быть голословным, я заготовила вот такую вот экспозицию. Смотри, у нас шурупы, у нас с тобой здесь гвоздики, и мы с помощью нашего пылесоса сейчас легко это все соберем. Смотрите, это канцелярские гвозди. Очень быстро, очень хороший. Посмотрите, раз. Ну что же, и даже с этим справляется сегодня наш пылесос Starwind. Красный, черный, супер скидка 1400 рублей. Фиксированная доставка 199 рублей.